Привет, друзья! У меня такая неприятность случилась. Где-то неделю назад пытались проникнуть в гараж. Сорвали навесной замок. И вот здесь вот было отогнуто. Вот, видно даже. Отогнуто в эту сторону. Фомкой или чем-то пытались отогнуть. Ну, сейчас я уже как мог подровнял это дело. Врезной замок, конечно, сорвать не смогли, взломать не смогли. Вот, но 3 дня назад я поставил сигнализацию. Сигнализацию дешевую, стоимостью примерно $10. Покупал на Али. Ссылочку на нее сделаю. Поставил ее, чтобы при воздействии на дверь, на замок, чтобы она срабатывала. Вот сейчас покажу, как это примерно происходит и какая сигнализация. Вот. Сработка. С брелка отключаю. Вот. Сейчас покажу, как я ее приколхозил пока. Но зато действенно и работает. Сейчас перехвачусь.